Или как? Приуныл. 178 лайков. Я даже еще не послушала, но я уже ставлю лайк. Видите, какая? Так, помчали. Звучит как колыбельная в начале такая прям. Душа друга потемки, своя же полный мрак. Темный так, будто самый сок мрака, черный экстракт. И плевать, сводишь ты концы с концами, кое-как. Или же баснословно богат, словно ты Дональд Дак. Еще вчера тобою переубежден, дурак. Или же побежден был рак. Сегодня все не то, не так. Сегодня сам себе ты самый стрёмный враг. И целиком обмяк, и настроение скатилось вдруг кувырком во враг. Вроде бы есть работа, вроде там ценят высоко, а на душе только что-то сплошь это топ до болота. Как так? Толпы вокруг и вдруг одиноко. Это карта, не сходит с рук пруха. Но что в этом прока? Ходи ты в куртке из кожжама, в шубе из шиншиллы. В обществе славном или посреди свиных рыл. Ты думать станешь, я существовал или жил. Поздно ли рано почувствуешь, что приуныл. Я чё-то приуныл. Вроде бы не исчерпал запас сил, сохранил запал. Простите, пожалуйста, но что-то, знаете, может быть, просто настроение здесь в этом треке очень лиричное, очень грустное такое, и какой-то какой-то такой момент от него сейчас был, я так думаю, ой, прям флешбеком чисто чип, ваш любимый чип-чип. Был, воду черпал, пил, немало поломал, крыл был, переступал ил и перекрывал тыл, но чё-то приуныл. Вроде бы не исчерпал запас сил, сохранил запал, пыл, воду черпал, пил, немало поломал, крыл был, переступал ил и перекрывал тыл, но чё-то приуныл. У моды свои законы, сезоны за сезоном, фазаны следят за фасоном, мониторят френд-зоны. Был R&B, были батлы, дабстеп, трэп, не очень нужен настоящий рэп. Где этот рэп? Вы втираете какую-то дичь, за кичем кич. Старого никчемного бича сменяет новый бич. И новые герои готовы схватить корону. Но в итоге все как притча про мальчика и дракона. Кто придумал читать так, будто псы лают? А? Скажи, кто этот мудак? Может, ты знаешь? Бездна, бездари, сброд, пекари, слесари, рвота. Вместо песен вы понторезы помпезные. Все больше неприкрытой глупости. От трека к треку был бы смысл, хоть где-то его же тупо нету. Я вижу тысячи дебилов, качает, читает дебил. Со стороны наблюдаю, и чё-то приуныл. Я чё-то приуныл. Вроде бы не исчерпал запас сил, сохранил запал, пыл, воду черпал, приуныл. Немало поломал, крыл был, переступал ил и перекрывал тыл, но чё-то приуныл. Вроде бы не исчерпал запас сил, сохранил запал, пыл, воду черпал, приуныл. Немало поломал, крыл был, переступал ил и перекрывал тыл, но чё-то приуныл. Слушайте, несмотря на то, что, конечно, что я не попаду пока что, да, на его концерт, но видите, как символично это. Любовь моя через расстояние. Но, Саша, ты идешь к нему на концерт в день его рождения, господи. Ой, блин, это вообще-то круто. Прям вот. Реально, я тебе прям моя огромная частичище с тобой вот пойдет к нему на концерт. Это просто вот прям реально писика, блин. Согласна, кстати, что сезонная, да, прям такое вот прям лирика, вот эти вот уже вот меланхолия, депресняк, опавшие листья, вот, то есть что-то, ну, такое прям вот настроение вот в этом треке уже, конечно, не сейчас золотая осень, потому что она золотая с отголосками, так скажем, еще какого-то лета, чего-то такого, знаете, какой-то ноткой ностальгии, чего-то классного, а вот, вот этот трек, настроение конец октября, ноябрь, когда самая вот эта жижа, понимаете? Вот здесь прям. И вот это вот, кстати, вот эти всякие фразы, это, ну, прям рэперский. Чёт, 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 приуныл. Но, кстати, как он сказал, поломал, как-то там во фразах, фраза была много крыл или что такое прям. Ах так. Сегодня очень красивый.
ну ладно тебе, ну что ты, ну на самом-то деле, я просто, ну да, чуть-чуть, это, девушка, дама-кошка. Аля, шальная императрица, просто решила сегодня посмотреть, как у меня после мокрой сушки будет волос лежать. Спасибо. Сейчас зардеюсь вообще. Вот. Поэтому, Саш, хоть там милиписюсечку пришли мне с его концерта. Пожалуйста. Ой, блин, вообще, это так круто. Это вот прям... Ой. Вообще, я прям искренне, я очень за тебя рада, на самом деле. Вот прям искренне. Потому что это такой прям артистище невероятный. А что, ты говоришь, он в туре? Просто уже трек был готов. Я думаю, что у него еще несколько... Ну, как бы есть треки, которые уже готовы. Они просто как в очередь стоят на выпуск, и все. Как бы это